по сообщениям наших войск, нашего генштаба, то есть россияне заняли два села, Степное и Северное. По мнению россиян, они заняли три села. Это все на Авдеевском направлении. То есть они заняли Авдеевку, потом Ласточкино, потом еще вот это Степное и Северное. И наши выстроились в новую линию обороны. Орловка, Бердичев, Тоненько. Нехорошие там вещи происходят. Не трагичные, не катастрофичные, так скажем, трагичные, но не катастрофичные. Но нехорошие, ну что поделать. Потому что не хватает нам вот того самого, за что в Америке будут, может быть, скоро голосовать. Ну и французы, и индусы, и вообще все. Вы знаете, как показывает опыт этой войны? Может, даже у меня он есть. Ну, в смысле, я, конечно, не воюю, сижу, читаю, но я же вижу тенденцию. Как только у кого-то образовывается какое-то временное в чем-то преимущество, вторая сторона сразу предпринимает какие-то усилия и гасит это временное преимущество. Вот у россиян возникло временное преимущество под названием, это они все это берут за счет авиабомб. Ну так мы сбиваем самолеты. Вот сегодня там сбит очередной Су-34. 10-й или 11-й за последние 10 дней. Точно сказать не могу, потому что там разночтение есть. Ну вот так вот. И Макрон, собственно, что говорит в ответ? А мы вам дадим авиабомбу, раз у россиян есть авиабомба. 850 русских солдат за последние сутки убито и ранено. Один танк, 16 БМП, 16 артиллерийских орудий. Как видите, интенсивность, тем не менее, боев снизилась, потому что, да, какие-то, в какие-то села еще россияне зашли. Но это такое, я думаю, вопрос достаточно технический в этом смысле. То есть люди устраивают новые позиции, кто где, как теперь дальше будет воевать. И россиянам будет чем воевать, похоже. Пока Европа, значит, налаживает свое военное производство, Корейская Народно-Демократическая Республика, она же Северная Корея, разошлась-то не на шутку, им-то деньги нужны, им тупо нужны деньги. У них есть люди, а нужны деньги, и люди им особо не нужны. И вот министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что заводы по производству боеприпасов в Северной Корее работают сегодня на полную мощность, чтобы поставлять оружие Российской Федерации. Значит, некоторые заводы работают на полную мощность, которые в основном производят оружие и снаряды для России, в обмен на оружие, по словам Хун Вон Сика. Россия отправляет Северной Корее необходимые продукты питания и другие товары первой необходимости. Москва, вероятно, также предоставила Пхеньяну спутниковые технологии, поскольку в ноябре Северная Корея вывела на орбиту первый спутник-шпион и собирается запустить еще три. Значит, по словам этого Шина, в смысле министра обороны Южной Кореи, Северная Корея отправила в Россию 6700 контейнеров после саммита Ким Чен Ына и Путина. Сколько туда помещается? Ну, какие-то противоречивые сведения. То ли 3 миллиона снарядов, то ли 500 тысяч снарядов. Не могу сказать. Это спросите у военных. Но новости неприятные. И я вам скажу больше того. Мы сейчас перейдем к еще одной главной теме этого выпуска, потому что сегодня у нас две главные темы. Одна, на самом деле, заявление Макрона, а другая, как мне кажется, заявление Марии Певчих и, как сказал бы господин Невзоров, танцы с бубнами вокруг тела Алексея Навального. Грустные танцы с бубнами, но невыносимые совершенно. Но сначала закончу про Южную и Северную Корею. Вот мне кажется, что сейчас, если нам дадут новый пакет помощи еще американцы, то у россиян пришло время начинать еще одну войну. Вот Европа мобилизовалась. Европа, как сказать, сконцентрировалась. Европа напрямую угрожает россиянам. Напрямую. Ответом россиян может быть только два. Я считаю, только два ответа. То есть, ну как, он один, просто в двух разных местах. Это открыть новый фронт. Вот они сейчас пытаются открыть новый фронт в Приднестровье, там нереально. Ну, просто невозможно сделать ничего. Но либо Балтия, либо Северная и Южная Корея. Мне кажется, это может быть очень печально и грустно, потому что мне не хочется, конечно, ни из Балтии, чтобы это произошло, ни с Южной Кореей, но они могут, россияне, натравить Северную Корею на Южную. Могут. Дадут кучу денег этому Ким Чен Ыну, чтобы он, например, начал массированные ракетные обстрелы Южной Кореи. С него станется. Ну, когда Путин увидит, что нет другого выхода, что Европа мобилизовалась, если еще и США придет со своим пакетом, то да, может быть и так. Ну, прежде чем переходим к Марии Певчих, я думаю, что заодно название, которое вы видели у этого сегодняшнего видео, вы смотрите «Штельман за сегодня» 27 февраля, название «Очень странные дела» Марии Певчих. Помните такой сериал «Очень странные дела»?
Не знаю, вы смотрели или нет. Самый популярный сериал последнего, я думаю, десятилетия. Но он молодежный, поэтому самые молодые зрители его только видели. Очень странные дела начались в жизни Навального после его смерти. Ужасный каламбур, ну что поделать. Сразу скажу, все, что я скажу сейчас, не относится к Алексею Навальному никак. Я все про него сказал, что мог. Как говорил и при жизни открыто, говорил и после его смерти, что несмотря на какие-то расхождения, которые были, и они были очень серьезные для Украины, Алексей Навальный был героическим человеком для россиян, по крайней мере, для свободолюбивых россиян, и отдал свою жизнь за свои принципы, за свою страну, как он ее видел. Не за нашу, не за Украину, сразу скажу. Может, и против Украины, но за свою. И поэтому я бы с уважением относился к покойным. Собственно, что я и делаю. Поэтому все, что я буду говорить, относится к тем танцам с бубнами, которые сегодня устроили фонд борьбы с коррупцией, так называемый ФБК. По-моему, это ужасно. Я вот вчера попросил вас, дорогие мои, ответить на вопрос. Помните, в телеграм-канале Михаил Штельман с Киева, мы там голосуем, ссылка в описании. Я попросил проголосовать по следующему вопросу. Сколько, по-вашему, россиян соберется проститься с Навальным, на прощание с Навальным в России? И, в общем, вы такие были достаточно среднескептичны. Потому что, ну хорошо, 52%, то считается половина, считает, что никакого прощания вообще с Навальным не будет, что все-таки военный преступник Собянин сможет как-то остановить это прощание, запретить и так далее. И действительно, то, что сейчас происходит в Москве, штаб Навального ищет помещение для прощания, то есть, а ему все отказывают. Похоронное бюро отказывает, все отказывают, прямо говорят, нам запрещено. Ну, а кто ожидал другого? Никто не ожидал, правильно? На улице можно устроить, не знаю. Ну, это ожидалось. Так вот, дальше я задал вопрос, сколько человек придет? И варианты были 100 человек, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч, миллион. Вот то, что придет миллион, считает 2% зрителей канала Штельман. То, что придет 100 тысяч, 5%. То, что придет хотя бы 10 тысяч, 12%. Ну, средняя оценка, что придет 1000 человек, все упростится. Ну, то есть, вот 1000 и 10 тысяч будут ожидаемыми событиями, по мнению зрителей канала Штельман. Но мне кажется, что то, что сейчас делает фонд борьбы с коррупцией, это прямо как-то нехорошим образом топтаться на памяти Навального и уменьшать вот это число. И уменьшать вероятность каких-то вообще протестов в России по его поводу. Потому что вчера выступила, значит, Мария Певчих, но она сейчас руководитель фонда борьбы с коррупцией, с таким роликом, где очень трогательную историю рассказала о том, как они, оказывается, 2 года пытались вызволить Навального из тюрьмы через обмен, обменяв Навального на какого-нибудь западного, ну, какой-то преступника, который находится в тюрьме на Западе. То есть в западных странах находятся в тюрьмах, например, убийцы. В том числе вот какой-то там известный убийца находится в Германии в тюрьме. Он работник ФСБ Российской Федерации. Он убил там кого-то. Сейчас вот эти все подробности вообще давайте оставим. Но это официальный работник, посланный россиянами, убивать в Германию. Немецкие правоохранительные органы его поймали, посадили в тюрьму. И как выяснилось, значит, фонд борьбы с коррупцией занимался тем, что пытался обменять вот этого убийцу на Алексея Навального. И в этой истории миллион подробностей, и все они мне очень странные дела. Я начну сначала с таких банальных вещей, потом перейду к более сложным, которые, мне кажется, очень важны и навевают, прям бросают тень сомнения на всю вообще эту историю какую-то. Нет, не на смерть. Еще раз, это все не про Навального. Алексей Навальный умер героически, убит Путиным и его приспешниками. Во-первых, насколько я помню, Алексей Навальный сам поехал из Германии в Российскую Федерацию, зная, что его посадят в тюрьму. Просто зная, против него было уголовное дело. В 2021 году. Его пытались убить в России. Вывезли в Германию с трудом, добилась там Ангела Меркель тогда, выдали его в Германию, там вылечили как-то, ну, насколько могли от этого отравления новичком, которое устроили россияне. И тут он, помните, садится на самолет, говорит, а я лечу потому что, ну, потому что. И он потом много раз объяснял, почему он вернулся. И в том числе, прямо перед смертью даже объяснял, потому что была третья годовщина его возвращения. Он говорит, слушайте, я устал за 3 года отвечать на этот вопрос, почему я вернулся. Ведь потому что это мои принципы. И я его понимал. Ну как, у человека принципы, дело жизни, борьба за Россию, борьба против коррупции в России, против путинского режима. И он считал, что только так он может бороться, находясь в Российской Федерации.
То есть он сделал все это абсолютно добровольно, оказался там, зная, на что идет. А тогда в этот момент возникает вопрос, если он добровольно на это пошел, зачем его нужно обменивать, отпуская на свободу убийцу, который еще кого-то потом убьет обязательно. Но это же точно убийца, мы про это знаем. Все время говорили, помните, при жизни Алексея Навального все время поднимался вопрос, а он вообще согласен на обмен? И говорили, да нет, он не согласится на обмен, он же добровольно на это пошел. И вдруг выясняется, что на протяжении 2 лет Фонд борьбы с коррупцией во главе с Марией Певчих, ну сначала, видимо, во главе еще там с Волковым, потом во главе с Марией Певчих, значит, занимался освобождением Алексея Навального, занимался под попыткой организовать обмен. И дальше в этом ролике, значит, Мария Певчих конкретно говорит следующее. Значит, что Путин убил Навального, чтобы не менять. То есть мы, говорит, уже договорились об обмене, все было договорено, что вот обменяют Навального на этого убийцу, который, ну, россиянина, который сидит в тюрьме в Германии, и поэтому Путин убил Навального, чтобы не менять. Но логика так себе, согласитесь, да? То есть Путин сам договорился об обмене и сам же убил Навального, чтобы этот обмен не совершать. Окей, тут, кстати, у Марии Певчих есть железный аргумент, с которым можно согласиться. Она говорит, вы не пытайтесь эту логику понять, он сумасшедший. Ну, мы уже знаем, что сумасшедший. Спасибо Маргарите Симонян, Такеру Карлсону, Джо Байдену, Евросоюзу, Макрону. Мы знаем, что Путин сумасшедший, и не согласиться с Марией Певчих мы не можем. Да, окей, сумасшедший, значит, логика обычно не работает. Признаем, галочку ставим. Поэтому логика Путина, типа, сначала договорился об обмене, потом сам же убил, чтобы не обменивать, ну, предположим. Но фонд борьбы с коррупцией-то точно не сумасшедший, правда? А вот что дальше говорит Мария Певчих. Через знакомых политиков, вот сейчас сосредоточьтесь, да, через самых богатых людей этой планеты, которые влияют на этих политиков, через путинских дружков, типа Генри Киссинджера, упомяну его, он все-таки умер, да и не помог никак. А были и те, кто помог и очень. Они не давали согласия на разглашение их имен, но я благодарна каждому из них. Кто-то из них рисковал карьерой, а кто-то буквально жизнью, ведя неофициальные переговоры с путинскими бандитами. Упс! То есть, значит, что выясняется? Что фонд борьбы с коррупцией вел переговоры в течение 2 лет. Она сказала, 2 года мы вели переговоры. 2 года. 2 года фонд борьбы с коррупцией ведет переговоры с путинскими дружками. Это я цитирую, правильно? С самыми богатыми людьми планеты, которые влияют на политиков и каких-то знакомых политиков. Причем они вели переговоры с теми людьми, которые, значит, рисковали карьерой, а кто-то буквально жизнью, ведя неофициальные переговоры с путинскими бандитами. Какой карьерой? Значит, кто эти бизнесмены, которые рисковали карьерой? Карьерой. Могу предположить, что это путинские чиновники. Почему? Но это не могут быть западные чиновники, они не рискуют карьерой. Значит, путинские чиновники. То есть велись переговоры с путинскими чиновниками, которые, рискуя карьерой, о чем-то пытались договориться с Путиным. С бизнесменами, с какими, видимо, с российскими, правильно? То есть с какими-то российскими бизнесменами, какими-то дружками Путина и какими-то российскими чиновниками велись переговоры все это время. И сегодня почему-то нельзя называть их имена, потому что они, оказывается, не давали согласия на разглашение их имен. Ой, а это точно фонд борьбы с коррупцией? Ну подождите как. Фонд борьбы с коррупцией снимал фильмы, все время этим занимался лично Алексей Навальный, где разоблачал имена каких-то людей. Где говорил, смотрите, вот бизнесмен такой-то, там Алишер Усманов, купил дом Дмитрию Анатольевичу Медведеву, говорил Алексей Навальный. И потом вступал в некую открытую войну с Алишером Усмановым. И может быть вообще Алишер Усманов – это тот человек, который посадил Навального в тюрьму, мы не знаем сегодня. Но он разоблачал Алишера Усманова, разоблачал его связи с Путиным, с Медведевым и так далее. Разоблачал связи самых разных людей. Этим занимался Алексей Навальный. Этим занимался фонд борьбы с коррупцией. Для этого был создан фонд борьбы с коррупцией, чтобы разоблачать путинских чиновников, путинских друзей и их темные дела. И получается, что последние 2 года фонд борьбы с коррупцией, на который деньги жертвовали огромное количество честных россиян, занимался одновременно как бы разоблачением коррупции, ну, снимают какие-то фильмы о том, что вот этот коррупционер, там, Венедиктов коррупционер и так далее, а в это же время вел переговоры с различными самыми чиновниками российскими, олигархами российскими. И у меня есть доказательство про олигархов, оно простое, потому что сама Мария Певчих говорит, что, оказывается, с Абрамовичем она связывалась. Она связывалась с Абрамовичем, потому что Абрамович разговаривал с Путиным насчет освобождения Алексея Навального. И мне вот интересно, то есть фонд борьбы с коррупцией, значит, как бы
одновременно, ну вот, например, у них есть санкционный список, 6 тысяч человек, которые они внесли в список тех, против кого надо внести санкции. Я про фонд борьбы с коррупцией. То есть они одновременно настаивали, что против этих людей ввели санкции, фонд борьбы с коррупцией, а одновременно с ними же вели переговоры об освобождении Алексея Навального, так получается. И это, вот как это, и я благодарна каждому из них, это про них, про этих коррупционеров, им благодарны, каждому из коррупционеров, который помогал в освобождении Алексея Навального. Нет ли здесь, мягко говоря, конфликта интересов? Причем не мягко, а жестко, прям полного конфликта интересов. Полнейшего конфликта интересов. Нет ли здесь совсем? Я напомню, что я сейчас разговариваю не про Алексея Навального, а про деятельность людей, которые были на свободе. Не в тюрьме. Не в тюрьме. На свободе. Занимались вроде как расследованиями, вроде как санкциями. Сначала выяснилось, что один у них руководитель Волков просил не снять санкции с Фридмана, из-за этого пришлось уйти в отставку. Просил. А тут выясняется, что они вели переговоры с Абрамовичем. Знаете, против Абрамовича нет американских санкций. Британские есть, европейские есть, австралийские есть, новозеландские есть, а американских нет. А фонд борьбы с коррупцией просил США ввести санкции против Абрамовича? Настаивал на этом? Или вел с Абрамовичем переговоры об освобождении Алексея Навального? Или делал и то, и другое одновременно, во что невозможно, конечно же, поверить. А почему сегодня? Ну, когда Алексей Навальный уже умер, почему сегодня фонд борьбы с коррупцией не называет всех этих имен? Кто эти самые дружки Путина, которые рассказывали им, между прочим, что могут помочь освободить Алексея Навального? То есть до этого они рассказывали, что вот смотрите, вот такой-то там профинансировал Медведева, такой-то профинансировал книгу, не знаю, там, немецкого журналиста, там, Мордашов профинансировал книгу немецкого журналиста о Путине. До этого фонд борьбы с коррупцией про это рассказывал. А вот про этих мы рассказывать не будем, что они, оказывается, приближенные Путину, они, оказывается, могли повлиять на то, освободят Навального или нет. Вот они сейчас настаивают, чтобы против Абрамовича ввели санкции за то, что он имел, оказывается, возможность освободить Навального, но не освободил. Настаивают или не настаивают? Как вот они одновременно 2 года и боролись за санкции против этих людей, и с этими же людьми от этих людей что-то добивались, и они им за это благодарны, и сегодня не раскрывают имен. То есть можно заслужить амнистию у фонда борьбы с коррупцией, если ты рассказываешь, что ты, может быть, поможешь Алексею Навальному, это так получается? Мне кажется, невозможно больше запачкать историю борьбы Алексея Навального. Сегодня утром я смотрел, как Мария Певчик давала интервью на канале Плющева. И Плющев Александр ее спрашивает, скажите, а Навальный про это вообще знал? Про то, что вы вот это все делаете? И я в ужасе услышал следующее. Ну, разве это сейчас важно? Он же уже умер, сказала Мария Певчик. Упс, то есть как это разве это важно? А это же все меняет. То есть либо это за спиной у Алексея Навального, который про это ничего и не знал. Значит, фонд борьбы с коррупцией, который остался на свободе, не в тюрьме, вместо того, чтобы заниматься борьбой с коррупцией, как им сказал Навальный, да, поручил, дал поручение заниматься, нанял всех этих людей, между прочим, и отобрал. Вместо этого занимался спасением Алексея Навального, а не делом его жизни. Променял дело его жизни на спасение самого Навального. Навальный не променял, а те, кто на свободе, променяли. И принципы все променяли. Переговоры с ворами, бандитами вели. И еще благодарны им сегодня за это и не раскрывают их имен, не дай бог. Странная ведь история. И знаете, как Мария Певчик сказала? Нет, ну он в принципе знал, что существует практика обменов Алексея Навального. То есть он, получается, не давал никакого согласия на вот это вот все. Нарочно не придумаешь. Нарочно не придумаешь, как можно больше запачкать всю эту борьбу, обесценить ее абсолютно. То есть человек жертвует жизнью ради борьбы с коррупцией. Я сейчас про Алексея Навального. И получается, что в это же время какие-то люди, которые у него работают, ведут переговоры с этими самыми коррупционерами о нем лично. Алексей Навальный был настолько принципиальный, насколько, ну, я помню. Я смотрел, недавно пересматривал специально уже после его смерти интервью Алексея и Юлии Навальной с Дудем, где он подробно раскрывал, например, свою заработную плату, то есть с чего он живет. Он говорит, смотрите, я живу на такие-то деньги, мне их платит такой-то человек. И он был настолько щепетилен, да, он сказал, смотрите, мне платят вот там Зимин за юридические услуги, но я честно говорю, что в принципе он мог бы мне их и не заказывать. Да, я их оказываю, и на эти деньги живу. Но Зимин это делает как бы в качестве отчасти благотворительности. Благотворительности в том смысле, что эту работу он мог заказать кому угодно другому. То есть Алексей Навальный был до мелочи щепетилен во всем. Посмотрите, вспомните всю его, ну, последнюю биографию. До мелочи. А в это время у него за спиной вот такое.
И что теперь после смерти Алексея Навального стоит этот фонд борьбы с коррупцией? Какой теперь его смысл, когда мы знаем, что 2 года он вел переговоры со всеми коррупционерами? И наверняка делал им скидки, шел на сделки и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас мэр Лондона Садик Хан, призвал продать имущество российских олигархов в Лондоне на сумму 1 миллиард фунтов, чтобы на эти деньги профинансировать 4000 новых домов для украинских беженцев. 4000, построить 4000 жилых домов для украинских беженцев на деньги, которые будут получены от конфискации продажи домов российских олигархов. Он даже сказал, что это примерно 1 миллиард фунтов стерлингов. Насколько я помню, там в Лондоне есть дом Романа Абрамовича. А фонд борьбы с коррупцией сейчас будет поддерживать мэра Лондона Садик Хана в этом начинании? Будет как бы раскрывать все вот это имущество Абрамовича или нет? Или Абрамович, они тоже очень благодарны Абрамовичу за его большую помощь. И, кстати, Абрамович все давал согласие на разглашение своего имени, получается. А? Заметьте, какая еще интересная тонкость. Получается, Киссинджера разоблачили, потому что он уже умер, можно. А остальные не давали согласия, а Абрамович дал согласие. А нет ли здесь как бы намека на то, что получается, значит, Абрамович хотел, чтобы его огласили? То есть, что он такой честный борец против коррупции и за свободу Алексею Навальному? Может, он сейчас сфотографируется с табличкой «Свобода Алексея Навального»? Ну, фактически, Мария Певчих фотографируется с Абрамовичем с табличкой «Свобода Алексея Навального». Так получается? С которым она должна бороться по своей работе. У нее работа такая. Ей за эту зарплату все это время платили, причем из пожертвований простых россиян, правильно? Платили зарплату, чтобы она боролась с такими, как Абрамович, и с Абрамовичем лично. А она с ним вела переговоры об освобождении Алексея Навального. Мне кажется, он сейчас в ужасе, Алексей Навальный, вот там, наверху. И мать его в ужасе, которая отказалась идти на компромисс даже ради выдачи тела, отказалась идти на компромисс с чекистами. А в это время целый фонд вел вот это все. Очень странные дела. Швеция стала 32-м членом НАТО. Ну, понятно, что официально не стала, станет в ближайшие недели, но венгерский парламент вчера ратифицировал вступление Швеции в НАТО. Для нас прекрасная новость, потому что это означает, что во время Третьей мировой войны, которую развязала Россия, не будет выхода в море из Балтийского моря российскому Балтийскому флоту. Там, с одной стороны, Балтия, с другой Швеция. Раньше это было слабым местом. Швеция была нейтральной страной, но теперь Швеция в НАТО. И, конечно, антироссийская коалиция приросла Швецией. Кстати, есть там еще какие-то нюансы, о которых я точно не знаю, но вроде бы благодаря вступлению в НАТО мы теперь сможем покупать некое шведское военное оборудование новое, которое раньше не могли, потому что оно не было натовским, а теперь сможем. Честно, не знаю, какое. Но еще по-быстрому несколько новостей. Астронавт Скотт Келли ответил на расистский твит Рогозина. Рогозин, напомню, назвал чумазой обезьяной, фотографию поместил министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. На что Скотт Келли, американский астронавт, посоветовал. Димон, говорит он, учитывая, что ты в сущности он, кстати, не знал, что Димон это про медведя. Димон, учитывая, что ты в сущности нацист, твой омерзительный расизм не вызывает особого удивления. Ты банально завидуешь настоящему генералу с его реальным боевым опытом, потому что ты фейковый солдат с фейковыми наградами, зато с настоящим ранением в пятницу, подскажу я. Когда ты собираешься вернуться в Украину, чтобы опять поиграть в солдатиков, не забудь захватить с собой бронированные памперсы. Видите, все-таки Скотт Келли, американский астронавт, знает, куда именно и во сколько ранили Дмитрия Рогозина. Но знаете, что удивительно? Почему на пост Рогозина отвечает честный и простой американский астронавт Скотт Келли, а не Государственный департамент США или Минюст США, который мог бы в ответ на этот пост ввести санкции против Роскосмоса. То есть вместо санкций против Роскосмоса будем устраивать срач в Твиттере. Срачем в Твиттере войну не выигрывают. Что еще? Ну, наверное, уж совсем напоследок. Чисто просто потому, что приятно. Цены на газ в Европе опустились ниже $250 за 1000 кубометров. И снова медведь, снова Дмитрий Анатольевич Медведев вспоминается, потому что это он говорил, что по его прогнозу, помните знаменитые прогнозы Медведева, цена на газ в Европе будет $5000 за 1000 кубометров, и вся Европа замерзнет, а Россия озолотится. А ошибся всего-навсего в 20 раз. Ну, и на старуху бывает проруха.
тем более на такую старуху, как Медведев. Всем счастья, здоровья, успехов в подписке на канал Петельман. Ставьте лайки, я думаю, сегодня я их заслужил особо своей злостью, яростью и надеждой, которую я вам дал. Как говорит великий Камчатка, нам нужны только надежда и ярость. Ярость у меня, сами знаете на кого, а надежда на Макрона. Ну что ж, теперь Макрон наша новая надежда. Всем пока.